К другим темам. В Ленске отремонтируют дороги. На эти цели планируется потратить 77 миллионов. Финансирование осуществляет ООО «Газпром Трансгаз 100». Между предприятием и администрацией города уже подписано. Подробнее об этом в сюжете наших коллег. И вот, наконец, свершилось. Компания «Газпром Трансгаз Томск» все же выделит деньги на ремонт улицы Победа. Соглашение об этом ждали 2 года. По разным причинам оно постоянно. Дочернее предприятие газового гиганта, которое строит на территории Силу Сибири, выделяет деньги в рамках социальных обязательств. 38 миллионов, как планировалось, а 77 миллионов. На сегодняшний день мы на 3 года, 2018 подписали с ней. Общая сумма соглашения 77 миллионов рублей. Значит, изначально Томск предлагал нам по 28 миллионов, ну там с небольшими копейками на 3 года. Но вот мы очень долго обсуждали и пришли к соглашению. В году они нам выделяют порядка 50 миллионов рублей. Все 50 миллионов рублей будут направлены на асфальтирование улицы Победа. На эти деньги удастся отремонтировать самый разбитый участок от улицы Якутской до магазина около 2 километров. Смета уже составлена, решить некоторые технические вопросы. Для освоения денежных средств нужен хороший подбор. Есть и печальные примеры. Жители Ленска помнят, как на деньги компании «Алроса» иркутская фирма ремонтировала улицу Объездная. Не доделав работу, подрядчик уехал из Ленска. Судебное разбирательство по этому делу длятся до сих пор. Поэтому ленчане надеются, что в улицу Победа будет местный подрядчик. Все работы на участке планируют выполнить до 10-го. Но это в том случае, если позволят.